Я просто смотрю ютубчик на своем ноутбуке и получаю за это до 1 доллара каждую минуту, потому что установил специальное расширение в свой браузер. О! Во, как раз выплата с этого проекта пришла. Это расширение называется AdSlice. Все, что вам надо, это установить расширение в ваш браузер и начать получать оплату за то, что это расширение само будет смотреть рекламу, и за каждый такой просмотр вы будете получать до 1 доллара. Да, до 90 российских рублей за один просмотр. По крайней мере, так указано на сайте. Ну и давайте проверим, сколько реально здесь можно заработать и реально ли это все вывести. Итак, сначала проходим здесь регистрацию. Я вам советую при регистрации указывать именно Google почту, чтобы в 100% случаев вы получили вот такое вот верификационное письмо, с помощью которого надо будет подтвердить ваш аккаунт. Ну, здесь будет просто код, введете вы и все. После регистрации вы получите 10 вот таких вот слайсов на баланс. А если вы пройдете регистрацию по моей ссылочки, то вы получите бонусом еще 100 слайсов сверху. И теперь все, что вам надо сделать, это установить расширение. Для этого заходим во вкладку Connections и нажимаем здесь вот Connect New Extension. И теперь просто нажимаем добавить в Google Chrome, снова нажимаем добавить и установить. Немножечко ждем. И, собственно, все. Буквально за несколько секунд расширение автоматически устанавливается. Теперь нам необходимо установить связь этого расширения с нашим аккаунтом. Для этого вот здесь нажимаем «Настройки» и просто вот здесь входим в ваш аккаунт, который вы только что создали на сайте. Все, как видите, у нас привязка произошла, и теперь баланс, тот, который на сайте, отображается и в расширении. Ну и, собственно, друзья, в этом окошечке уже видно, что это расширение прямо сейчас начало уже приносить вам доход. Теперь, когда вы будете просматривать разные сайты, YouTube, да вообще неважно, у вас иногда на странице где-то будет появляться рекламка. Это будут различные, там могут быть небольшие картинки, баннеры. И вот за то, что вы их просто увидели, вы и будете получать оплату. Да, вам не надо кликать на эти баннеры, смотреть рекламу, делать что-то еще. Достаточно просто их увидеть. Так что вам достаточно реально открыть любой сайт, на нем сидеть, все, доход уже идет. И смотрите, это расширение работает вот в этой вот специальной такой синей выделенной вкладке. Ее закрывать не надо, если вы ее закроете, то потом расширение надо будет заново включать. Ну а теперь самое главное, сколько денег тут платят и как его выводить. Кстати, насчет вывода денег. Раз уж заговорили про вывод, то хочу напомнить вам про сайт Surfix, про который я вам рассказывал пару недель назад. За это время я уже с этого сайта вывел больше 42 тысяч рублей. И сейчас еще с вами выведем больше десяточки. С тех пор сайт сильно обновился. Во-первых, у них новый домен surfix.biz. То есть вам надо зайти на этот сайт и заново зайти в ваш аккаунт. И да, друзья, советую подписаться на их телеграм-канал, потому что все актуальные ссылки на сайт будут публиковаться в первую очередь именно здесь. Но во-вторых, здесь добавили раздел задания, где вам платят за регистрацию, за комменты, лайки и прочее. И все эти деньги с этих заданий вам приходят вот сюда, на счет для выплат. И, конечно же, вы их моментально отсюда можете взять и вывести. Все, и это мы, естественно, сегодня и сделаем. А можно эти деньги вот здесь во вкладке «Обмен баланса» обменять вот сюда на основной счет, и затем эти деньги с основного счета использовать в разделе майнинга. Чем круче майнинг вы здесь закупили, тем больше вы каждую секунду получаете. Я с того времени прокачал, вот видно свой доход, до 5900 рублей в сутки. И вот, как видите, деньги капают реально каждую секунду. И сейчас мы их давайте соберем, нажимаем «Собрать», ждем, пока не прогрузятся. И вот они пришли на выплату, сейчас будем выводить. И, конечно, помимо тех денег, что вы здесь сами заработали без вложений, вы можете использовать те деньги, которые вы пополнили. Поэтому давайте я сейчас ускорю свой доход и пополнюсь еще на 30 тысяч рублей. Пополниться тут можно как угодно, картой Kiwi, Payeer, всем чем хотите. Я буду пополняться с Payeer кошелька, это максимально удобно, еще и минималка на пополнение 1 рубль. Поэтому все прям показываю как есть, так сказать, в режиме реального времени. Делаем подтверждение, все это происходит автоматически. Опять же, все, пополнение произошло, как я и сказал, автоматически. И у нас основной счет пополнен. Теперь залетаем в игровую зону и покупаем здесь вот этот вот майнинг в виде вот такого тарифа под названием «Трактор», который прибавляет нам еще 2500 рублей в сутки. Обновляем страницу, и наш доход полетел просто в космос. Пока мы это все покупали, еще 8 рублей набежало. И мы эти деньги можем собрать, но через одну минуту. А теперь давайте выводить то, что есть. Это 17 тысяч рублей. Вывести здесь можно от 1 рубля на Payeer, от 100 рублей на Kiwi и на банковские карты. Я буду выводить на Payeer. Он заранее уже указан у меня в настройках, поэтому мы
мы нажимаем «Отправить заявочку», ждем загрузку, все, статус выплачено, деньги здесь приходят моментально, залетаем на Payeer, обновляем здесь страничку, у меня небольшие проблемки с интернетом, но надеюсь, сейчас все пройдет гладко, да? Вот, все, деньги пришли, как видите, в 10.38, все моментально, здесь указывается сайт SurfixBiz, и давайте на всякий случай страницу обновим, есть, друзья. Ссылка на сайт будет под видео. А теперь, что насчет оплаты на самом сайте? Вот смотрите, первый раз я установил это расширение довольно-таки давно. Она проработала несколько минут, и я посмотрел 4 рекламы. Точнее, как я. Само расширение его просмотрело, и я за это получил почти 5 слайсов. Слайсы — это внутренняя валюта этого проекта, их можно обменять на реальные деньги и вывести, и про это я вам все на практике покажу, но чуть позже. Итак, смотрите, слайсы. Тут нет точного курса этих слайсов, но за несколько дней расширение вот мне принесло 2200 слайсов, то есть это получается $2.27. То есть курс 1000 слайсов это $1. Ну или же 1000 слайсов это там 90 рублей, почти сотка по нынешнему курсу. То есть смотрите, за эти 4 рекламы я получил 5 слайсов или же примерно полцента всего за 10 секунд. То есть это, друзья, пол рубля за 10 секунд. Это вообще жестко. То есть получается за 1000 просмотренных рекламок вы получите в районе 1000 слайсов, а это примерно $1. Но я знаю, друзья, как даже эту уже высокую оплату повысить, и все эти способы я вам покажу только после того, как вы поставите лайк под это видео. Итак, смотрите, первый способ повысить доход – это немножечко прокачать вот это имеющееся расширение. Просто путем того, что вы активируете вот эту функцию. С ней это расширение будет каждый день само делать 50 поисковых запросов в Гугле, скорее всего, чтобы посмотреть дополнительно 50 реклам после каждого этого запроса. При этом все это происходит без вашего участия. Второй способ это, друзья, установить вот такое вот дополнительное расширение от этого же браузера, от этого же проекта. Оно называется NewTab, и найти его можно вот здесь, прям в самом низу. Поэтому давайте его установим. Также просто нажимаем «Добавить в Chrome» и «Установить». 2 секунды. Суть этого расширения в том, что оно вот так вот меняет главную страницу вашего браузера на вот такую. Конечно, ее можно как угодно кастомизировать, но это уже не главное. Самое важное это то, что если вы перейдете на любой сайт, прям вот с этой странички, ну вот, допустим, открываем GoDaddy, то вы на нем, друзья, гарантированно посмотрите рекламу. То есть вам она будет показываться прямо на каждом сайте в формате маленькой картинки, баннера, надписи или как угодно. То есть любой сайт, который вы открыли с этой страницы, будет напичкан дополнительной рекламой. То есть вы просто повышаете шанс показа рекламы, открывая любые вообще сайты именно с той главной страницы. Ну а если у вас установлено только вот это первое расширение, которое мы в первый раз установили, то, конечно, реклама будет показываться, ну, не всегда. Но я, друзья, заметил, что вот с этого, смотрите, Slice Tab, то есть это второе расширение, которое мы установили, с него я посмотрел 29 реклам, но получил гораздо меньше, чем с первого расширения. То есть тут за 29 реклам всего 7 слайсов, а здесь за 4 рекламы уже 5 слайсов. Тоже неплохо, конечно, но советую, друзья, установить 2 этих расширения. В таком случае заработок будет, ну, примерно раза, наверное, в 1.5 больше. И вот, друзья, еще один способ, легальный способ увеличить ваш доход в этом проекте. Но перед этим важная инфа в виде одного нового способа заработка, который вы сможете использовать даже когда это расширение будет работать. Это игра для заработка под названием Neoxa. Тут мы как раз таки с вами получаем крипту с абсолютно таким же названием. Так вот, друзья, про эту игру я рассказывал несколько недель назад в своем телеграм-канале. И те, кто тут зарегались и начали зарабатывать, сейчас имеют охренеть какие суммы на балансе, потому что вы только взгляните, буквально пару недель назад эта крипта выросла в цене аж в 5 раз. Подробно о том, как в этой игре зарегаться, зарабатывать, как получить всякие бонусы, я рассказал в этой статье, которую опубликовал в своем телеграм-канале. Здесь мы каждый день публикуем уникальные схемы или всякие редкие проекты для заработка, так что ссылка на телегу будет под видео, подписывайтесь. Конечно, вы можете установить это расширение, например, на второй ноутбук или во второй браузер, например, в тот самый браузер, там тот же Opera. И согласитесь, в таком случае ваш доход уже будет в 2 раза быстрее. Но если у вас нет второго девайса или нет второго браузера, то советую просто включить VPN, потому что оплата за каждый просмотр напрямую зависит
зависит от того, с какой страны вы смотрите. И, конечно, советую подключаться там к Америке, ну или любой другой европейской стране. Бесплатный VPN именно для Windows или для Android вы можете найти в этом Telegram-боте. Я бы вам показал, как его установить, но он для Windows, а у меня Mac. Поэтому я буду, друзья, использовать именно VPN для Mac'ов, тоже абсолютно бесплатный, обычный, простой. А теперь, друзья, давайте начнем проверку. Сейчас я запущу это расширение в двух браузерах, в Opera и в Google Chrome, ну точнее вот, в Opera и в Chrome я уже запустил. И давайте проверим, сколько я заработаю уже не за пару, там, тройку деньков, как я это уже сделал и заработал 2 бакса, а за несколько недель. Заодно и вообще узнаем, как на дистанции это расширение себя покажет, будут ли проблемы, ну а потом будем выводить. Погнали. Ну что, друзья, прошло уже около, наверное, 2 недель. Я выключал ноутбук только ночью, и то не всегда, все остальное время он был включен. Расширение, кстати, вот показало себя прям реально хорошо, но я постоянно видел эту рекламу, баннеры, картинки. Самое главное, мне это прям не мешало, вот за это прям респект разрабам, что такое расположение придумали. И, как видите, вот мой по итогу результат за это время. За это время я заработал $7, это получается примерно 7300 слайсов. То есть это, друзья, приблизительно 664 рубля тупо на пассиве. Но по факту, друзья, мы заработали с вами плюс 5000 слайсов, потому что изначально у меня уже было на балансе 2000, то есть чистый заработок составил $5, то есть это примерно 500 рублей. И тут даже вот видно по вот этим столбикам, что доход плюс-минус каждый день, ну, был одинаковый, то есть он не сильно менялся. Да, это какой-то не супер там невероятный заоблачный доход, но, во-первых, это на полном пассиве, а во-вторых, это расширение не тратит мощность вашего там девайса, оно не использует интернет-трафик, не отправляет там, не знаю, смс-ки и так далее. Поэтому согласитесь, пару вот таких вот там десятков долларов в месяц на пассиве, это, по-моему, офигенная идея. Ну, а теперь вывод. Минималка на выплату здесь 35 центов, это примерно рублей 30. Вывести заработанные деньги вы можете на биткоин, либо на PayPal. Но мы знаем, что PayPal у нас сейчас не работает, поэтому можно выводить на биткоин, тем более здесь выводят без комиссии. Если вы вводите в биткоине, друзья, то можно вывести только на вот такой вот специальный Lightning кошелек. Это кошелек, где можно хранить только биткоин. Ну и, соответственно, отсюда его выводить. Ссылку я оставлю на этот кошелек под видео, просто переходите, скачиваете, дальше вот нажимаем Receive, и дальше вот здесь выбираем биткоин, вот он ваш адрес, копируем и на сайте вставляем. А потом прямо с этого кошелька можно вывести деньги на Payeer, я покажу как. Окей, друзья, мы будем выводить с вами на биткоин, поэтому номер кошелечка я вставил, нажимаем Review, ждем загрузочку, все. Заявочка на выплату у нас создана, все деньги списываются сразу и у нас остается все по нулям. И пока ждем выплату, показываю, как деньги с этого Lightning кошелька получить вообще куда угодно. Я этот биток после того, как получу на Lightning кошелек, могу прямо оттуда с этого кошелька перевести на Payeer, потому что у нас у всех с вами есть биток адрес после регистрации на Payeer. Вот мы его копируем и сюда деньги получаем, затем во вкладке обменять обмениваем на рубли и выводим куда угодно. Но будьте внимательны, что минималка на получение битка на Payeer вот такая вот сумма. То есть по сегодняшнему курсу это приблизительно $20. Если отправите сумму меньше, то она просто до Payeer не дойдет. Поэтому советую сначала на Lightning кошельке накопить вот эту сумму и уже потом отправлять ее на Payeer. И вот, друзья, около $7, то есть 17 тысяч сатоши, это копейки биткоина, я получил на свой Lightning кошелек с этого приложения. Практически, кстати, пришли моментально. Кайф. А также советую посмотреть вот это видео о том, как смотреть YouTube видосики и зарабатывать на этом до 300 рублей в час. Пока.